213 is the 92 kilogram Aritman contest. Welcome your boxers and boxing out of the red corner, Georgi Shigladze from Georgia. Shigladze, на ваших экранах 24 года. Указали. Возраст боксера. Ну и его оппонент. Миратака. 23. Последний поединок, кстати, турецкий спортсмен провел против серебряного призера чемпионата мира прошлого года Кеннет Мачадо. Это было на Кубке Странджерс и проиграл с решением судей. Ждем и появление боксера в ринге. Для обоих боксеров это первый поединок на чемпионате мира. В этой весовой категории Казахстан представляет Айбек Оралбай, которого сегодня ждет очень интересный поединок против Азиза Абеса Мухиддина из Италии, призер чемпионата мира 21 года. Напряжен. Двое взглядов заряженного боксера. Видно, что казахстанский специалист работает с турецкой сборной. Наблюдали вы его на ваших экранах буквально несколько секунд назад. Предпоследний поединок, 11-й поединок сегодняшней дневной сессии. Больше на джебе сейчас Shigladze пытается работать, держать на дистанции, пробивать джебы. Отлично. Ну и физически помощнее смотрится, кстати, Георги. Отлично, есть хорошее попадание. Еще раз вот грузина. Макар пытается ответить. Ну вот, да, насыпает, бьет много. Как такой мощи в ударах мы не видим. А вот когда бьет Shigladze, это сразу заметно. Хорошая работа по корпусу. Открывает счет уже рефери. Да, застоялся на месте. Акар, за что и поплатился. Неужели мы видим досрочную победу счет? Да, хочет вот выиграть досрочно. Shigladze идет вперед. Хочет все силы оставить в первом раунде, но ищет он возможность для досрочной победы. Это черта, наверное, больше присущая боксерам-профессионалам. В любителях не так часто увидишь атлетов именно с таким стилем. Отлично. Хорошее попадание, но пока все в блок. Не получается именно на такие жесткие выпады отвечать у Акара. Разница в мощи, конечно, она заметна, особенно по таким атакам, по таким разменам.
Отлично. Хорошая комбинация, но вот за блоком сейчас спрятался Чигладзе, защитился. Есть! Хорошая комбинация. Апперкот и левый боковой. Но, наверное, все-таки за счет нокдауна, да, раунд забирает. Грузинский атлет. Очень плотный такой у нас раунд получился. Бой показывает боксеры. Мало клинча. В целом мало предупреждений. Очень много жестких именно попаданий. Мы не видим попытки, знаете, переиграть оппонента. Если первый, второй боксер касается. Задача выиграть досрочно. Складывается, как минимум, впечатление. Хватает. Здесь вот уже грузинский атлет. Ждем второй раунд. Очень многообещающее начало. Несмотря на нокдаун, только трое судей посчитали, что Георгий забрал этот раунд. А двое считают, что Пиратакар был получше. Интересно. Интересно. Возможно, мы судим больше по профессиональным боксам, и нокдаун отдают предпочтение. Если раунд был нокдаун, то уже считается как бы преимуществом. Возможно, судьи здесь может по-другому считать. Это интересно. Да, и вот сразу же, с первых же секунд мы видим просто открытую рубку. Да, левый боковой хороший, короткий левый боковой от Чигладзе. Застаивается на месте Бират. Интересно. Джеб и попытка подойти ближе к Георгию. Да, после нокдауна казалось, что у Акара проблемы, но нет. Продолжим. Хорошую атаку. И здесь уже как будто бы и сам немножко потряс. Отличное попадание. Опять этот самый левый боковой. Наши команды, конечно, нельзя работать здесь. Рефери предупреждает. И сразу же контратакует АК. Пират старается больше взять количество, наверное. Пытается больше бить, при каждой возможности наносит удары. Ну а вот Чигладзе как будто бы вышел за досрочной победой. Чуть больше минуты до окончания второго раунда. Контратака. Чигладзе. Второй раз подряд и болтанул, да. Оппонента Акар. Левый боковой два раза оказался на месте. Не обращает внимания на этот удар почему-то Чигладзе. Хотя, наверное, стоит быть повнимательнее. Все-таки это тяжелый вес. И лучше не стоит игнорировать вот такие удары. И очень часто его применяет Бират. Это тоже говорит о том, что, возможно, одна из корон в арсенале турецкого боксера именно этот левый боковой. Но местами этот удар прям напрашивается. Вот опять хороший джеб. Попытался войти в ближнюю дистанцию, но Акар был получше. Здесь уже размен. Да, очень эмоциональный поединок, энергозатратный. И вот в первом судьи разделились на два лагеря. Возможно, во втором тоже будет то же самое, но с небольшим перевесом в сторону турецкого спортсмена. Ну, это опять-таки мои какие-то ожидания. А как на самом деле посчитать рефери судьи здесь посмотрим. Хороший раунд. Плотный у нас получился второй раунд, богатый на вот такие вот размены. Не так часто мы видим тяжей, которые готовы и способны вот так вот боксировать.
Сонымен басты спорт телеарнасы жанкерлері көрсетілімдер мен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі мінекей күндізгі бөлімдегі 11 жекпе-жек Чигаладзе Георгий. Георгий деп айтайық, грузиялық боксшы және түрік елінің өкілі Байрат Акар арасындағы бәсеке өте тартысты өтуде. Бірінші раундтың қорытындысы бойынша дәл осы Чигаладзе көбірек ұпайға ие болған еді, бірақ қазір жағдай мүлде басқа. Бір ауыздан толыққанды шешіммен Байрат Акар жекпе-жекті өз пайдасына қарай ойыстыруға жақын. Ал енді шешуші 3 минут басталды. Көрейік, кімнің асығалшысынан түседі. Жалпы тең дәрежедегі бәсеке деп айттық. Барлық дүние осы жерде анықталады. Бұл 92 келіге дейінгі салмақ дәрежесі. Күндізгі бөлім. Жалпы бүгінгі бағдарлама барысында 3 салмақ дәрежесі бойынша жұмыс істедік. 80 келіге дейінгі, 57 келіге дейінгі және 90 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі саңлақтардың бәсекесі өздеріңізге ұсынған едік. Күндізгі бөлімде бір қазақ боксшы ғана жұдырықтасты. Серік Теміржанов жеңіске жеткенін естеріңізге сала отырайық. Ал қазір мінекей аутқардың айқасы Чигаладзе мен Акар арасында өте қызықты бәсеке өрбуде. Жақсы, екеуінің де шаршап қалғандығы байқалады. Көп күш-жігерін жұмсады екеуде. Байрат Акар бірінші раундта сәл әлсіздеу болғанмен екінші раундта өз пайдасына жазған. Қазір енді Чигаладзе де өзінің жеңіліп жатқанын түсінгендей көп соққы жасап қалуға тырысып жатыр. Тамаша, мінекей бір екеуін дәлді артты. Тағы да өте жақсы оң жақтан хук көп дейді құлақ шекеден. Секунд уақыт, жекпе-жек соңына дейін. Мінекей ашық айқас, ашық айқас. Тартысты бәсеке біздің назарымызда. Бір-бірінде өзінде аяп жатқан жоқ боксшылар. Шаршағандарына қарамастан. Өте-өте қатты шаршап қалған Байрат Акар. Бірнеше соққы өткізіп алды. Енді оның өзі қазір келесерін тигізуі мүмкін, тіпті қапасы аузынан шығып кеткен екен. Сондықтан бар күш-жігерді жинап іске кірісу керек. Соңғы 30 секунд мінекей. Сәл де болса бір тынығып алды. Чигаладзе басылтып төмен түсіріп алды. Енді соққы дәлдерді қиындау мұндайда. Ескерту алу осы үшін. Тамаша, мінекей ашық айқас. Екі алыпта арты берді. Соққылар жасауда. Нағыз мінездің даласы. Соңғы дейін күресті. Бәрін салды. Көрейік енді, тек қана әліптің артын бауығаны қажет. Чигаладзе. Немесе Байрат. Акар. Көреміз. Бірінші раундта үш төреші Чигаладзені жеңімпаз деп тапқан, екі төреші Байратты таңдаған еді. Ал енді екінші раундта толыққанды бір ауыздан Байрат Акар жеңімпаз деп танылды. Үшінші раундта
жеңіске жету ықтимал енді байрақ плакатына көптеу бірақ көрейік. Қызыл бұрыш Чигладзе Георгий жеңіске жетті дейді Чигладзе. Екі байрақ плакатында бізге көптере алды жалпы. Сонымен де үшінші раундта бар күш жігерін сарқыды Чигладзе. Осы бір ұмтылысы үшін жеңісті олжалап кеткендей. Шаршаланды шығады. Сондықтан да жергілікті жанкүйерлердің белсенді екенін көріп отырсыздар.